Первый ускоренный контейнерный поезд с пшеницей из Казани отправлен в Китай. Состав вместил 76 контейнеров. Общий вес груза составил 1900 тонн, что стало для Горьковской магистрали самой крупной партией пшеницы, отправленной на экспорт. Также в данном зерновом экспрессе впервые использовали и лайнер-бэги в контейнерах. Раньше для этих целей на ГЖД использовали только вагоны-зерновозы.